Все в порядке, папа. А? Что-то не так, милый? Тебе что-то нужно? Мама, я давно хотел спросить. Как ты нашла папу? Когда вы впервые увидели друг друга? Ну, мой маленький же ребенок. Это было сразу после создания твоего отца. Видишь ли, я была... Или скорее можно сказать, что мы были. Время воспоминаний! О, что я скажу маме и папе? Подожди секунду, мама и папа пропали? Нет, это не так. Так и есть. Какой во всем этом смысл? Почему мне кажется, что я набрал несколько пони в весе? Да нет, это не вес. Это просто дружественный подкожный жир. Фу, это было очень близко. Ты уверена, что они отправились именно сюда, дорогая Твайлайт? Я почти уверена, что мы сказали им проверить шкаф рядом с твоей старой комнатой на предмет этой твоей настольной игры, не в этой кладовой замка. Что ж, я так и сделала, принцесса. Но я думаю, что Шайнинг решил заглянуть сюда после того, как уже проверил мою старую комнату. Я и забыла, как иногда бывает холодно в этих частях замка. Конечно, этот замок был построен на склоне горы тысячелетия назад. Практически является его частью. Эта высота, на которой мы находимся, идеально подходит для того, чтобы такие температуры обычно существовали. Эй, вы что-нибудь слышите? Он доносится отсюда. Это розовая. Нет, фиолетовая. Ну, я думаю, это почти что ваза. Бутылка? Нет, это украшение. Как такое может быть? Со времен отца не было ни одного мужчины Алифорна. Что? Как это возможно с научной точки зрения? Мог ли быть еще один самец Аликорна, о котором мы просто не знали? Кем бы он ни был, появиться так внезапно, будучи тем, кто он есть, я удивлена, что я не почувствовала его присутствие раньше. Я бы хотела начать с того, что ты ответишь нам, кто ты такой, почему ты здесь и есть ли еще такие аликорны, как ты. Как во имя Эквестрии ты пробрался в наш замок незамеченным? Ты случайно не видел моего мужа и еще трех сопровождающих его жеребцов? Это невозможно! Я думала, что на данный момент мы единственные аликорны на свете. Я имею в виду, я... Что происходит? Принцесса Селестия, я не могу пошевелиться. Ой, мне очень жаль, дорогая, но я, кажется, я тоже не могу контролировать себя. Давай, почему это не работает? С нами такого никогда не случалось. Похоже, что заклинание, которому мы поддались, лишило нас магических способностей. Ого! Это неправильно, принцесса! Что же нам делать? О, боже! Я не знаю, что делать. Я все еще не могу заставить свою магию работать. Но... Она не работает! Боже мой, пожалуйста, сделайте что-нибудь! О нет, что происходит? Что? Что только что произошло?
не верю в это! Я... что? Чему я только что стала свидетелем, Луна? В самом деле, нас беспокоит тот факт, что мы только что видели, как два пони стали одним целым. Что за проклятая магия? О боже, что со мной происходит? Чего я ожидала? Я тебя знаю? Я думаю, знаю, кто ты. Но подожди, кто я такая? Похоже, на данный момент мы обе находимся в аналогичном положении. Ого. Итак, значит ли это, что мы... Так ты считаешь это какой-то шуткой? Нет, это вообще не имеет никакого смысла. Это сделал не он. По крайней мере, не он причина этого. Мы никогда не должны были оказаться на пути вон того вентилятора. Но что тут говорить? Разве не он устроил нам ловушку? Я не знал, что это там. Я имею в виду, да, я прибрался, но не знал, что... А? Что? Чего еще ждать от этого заклинания? Двухслойное заклинание? Надо было предвидеть это. Это было удивительно! Я имела в виду, что согласна. Хотя я хотела бы знать твое имя, красавчик. Можешь звать меня Спиди Хувс. Я думаю, да, меня зовут Спиди Хувс. Ну а мое имя? Галаксия. Ну, тогда я думаю, нам лучше пойти. Все будут гадать, куда мы подевались. Ух ты! Так вот как вы с папой познакомились! А потом еще больше. Расскажешь мне об этом, пожалуйста, мамочка? Может быть, в другой раз, мой маленький жеребенок. Может быть, в другой раз. А теперь почему бы тебе не поспать, детка? Хорошо? О, тогда ладно. Спокойной ночи, мама. На?